Все мы любим вкусно покушать, не так ли? Сегодня в международном студенческом офисе студенты НИУ ВИЛГУ устроили самое настоящее пиршество. И мне уже не терпится попробовать. А вам? Вкуснотища! Пятница 13-го запомнил студентам НИУ ВИЛГУ неповторимым послевкусием. В международном студенческом офисе прошло одно из самых долгожданных мероприятий – международный ужин. Международный ужин – это самое вкусное мероприятие международного студенческого офиса, потому что все участники приносят разные, разнообразные блюда, рассказывают о них, мы все знакомимся друг с другом, и потом все это пробуем, кушаем и наслаждаемся вечером в уютной атмосфере. Вкусное застолье – это не только возможность насытиться, но и еще отличный повод обрести новых друзей, даже из дальнего зарубежья. Так, за одним столом собралась целая плеяда поваров из Эквадора, Колумбии, Бразилии, Китая, Афганистана, Ирана и многих других стран. Нужно при себе иметь какое-то блюдо, либо национальной кухни, либо что-нибудь, что ты умеешь готовить, на крайний случай. И все это приносится сюда. Ребята на русском, либо на английском рассказывают про историю этого блюда. И потом происходит общая трапеза. Все очень вкусно, очень интересно, дружественная атмосфера. Участники мероприятия были вовлечены в коммуникативные игры, которые позволили им узнать интересы друг друга. А затем каждый поделился своим секретом в приготовлении изысканного блюда.